Подрядной организацией формально по договору не заканчивается в ноябре месяце, но, безусловно, учитывая погодные условия, ставится задача, чтобы в октябре они закончили этот проект, этот объект. Основные работы у них остались по входу, сам факт, по лестницам, а работы на основной части парка, вы видите, они уже в стадию отделки. Переходит техника уже на местах, сейчас фактически заполняются какие-то пространства, высажены деревья, там электрика становится, что-то уже начинает подключаться, поэтому мы надеемся, а даже в какой-то степени уверены, что реализовать этот план в октябре месяце получится. Но также у нас еще тоже достаточно сложная задача, с которой, я думаю, мы справимся. Мы продолжим благоустройство вот этой вот зоны до входа в парк.